Ощущаю себя яблоком, в котором живет червяк. Он внутри неплохо устроился. Ест волю, спит сладко. Растет, гад. Чем лучше ему, тем хуже мне. Не знаю, как в меня вселился этот вредитель и как от него избавиться. Я с ним даже свыкся. Но ведь рано или поздно он прогрызет отверстие наружу. А яблоко уже никогда не будет годным. От этой мысли на меня накатывает страх. Я очень боюсь встретиться с этим червем лицом к лицу.